Вам телеграмма, сударь. Что, Дарья Александровна? Дарья Александровна приказала доложить, что она уезжает. И пускай делает, как им, ну, вам, то есть, стало быть, угодно. Сестра, Анна Аркадьевна будет завтра. Ну, слава богу, одни ли с супругом? Одни. Устроить наверху? Дарья Александровна, доложи, где прикажет. Ну, что делать-то, Матвей? Ну, ладно, там видно будет. Ну, давай одеваться. До 6 часов вечера. Дети не евшие. Дурным бульоном накормили. Пошлите за молоком. Кого послать? Повар ушел вчера. Кухарка вещи собирает в узел. Расчет просит. Уходить собирается. Все на вылтораты в доме пошло. Оставьте, оставьте меня! Сходите, сударь, повинитесь еще. Ну, так ведь она... Ничего, сударь, образуется. Что? Я говорю, образуется. Образуется. Так точно, образуется. Ты думаешь, образуется. Надо же это все как нарочно. Любишь кататься, люби и саночки. Это все-таки ужасно, ужасно. Анна приедет завтра. Ну что же, я не могу ее принять. Как? Ну, надо же, однако, Долли. Уйдите, уйдите отсюда. Долли, ну что я могу сказать? Одно. Прости. Прости. Уйдите. Вспомни. Разве 9 лет жизни не могут искупить минуты увлечения? Уйдите, не говорите мне про ваши мерзости. Долли,
Ради бога, подумай о детях. Они не виноваты. Ну, накажи меня. Накажи. Его нет слов, чтобы сказать, как я виноват. Долли, прости. Прости, Долли. Я помню про детей. Потому все в мире сделаю, чтобы спасти их. Скажите, после того, что было, разве мы можем жить вместе? После того, как мой муж, отец моих детей, входит в любовную связь с гувернанткой своих детей? Что же делать? Ну, что же делать? Вы мне гадкий, отвратительный, ваши слезы вода. Вы никогда не любили меня. Вы гадкий, вы чужой, вы... Чужой совсем! Это ужасная доля, еще одно слово! Если вы пойдете за мной, я позову людей. Я позову детей, пусть все знают, что вы подлец. Я уезжаю теперь. А вы живите здесь, со своей любовницей. Земский деятель, помещик, гимнаст. Гриня. Одной рукой поднимает 5 пудов. Очень приятно. Любим. Скотовод, охотник и мой друг Константин Дмитриевич. Мне нужно с тобой поговорить. Отлично. Извините. Ты подожди меня здесь. Слушаюсь. Но у меня жена заболела, я не могу пригласить мне ничего особенного, только 2 слова. А, ну вот и хорошо, пока поезд не подошел. Я сестру Анну встречаю из Петербурга. Прошу вас, ваш отец. Как Щербацкий, все по-старому? Прошу вас. Да, как тебе сказать? Все по-старому. Жаль только, что ты давно не был в Москве. А что? Да, ничего особенного. А где ты остановился? Да я еще не знаю. Вот ты так и не ответил на мой вопрос. Что, Китти? Узнаю коней ретивых по каким-то там таврам. Юношей влюбленных узнаю по их глазам. Так вот ты зачем приехал. Догадываешься. Как ты смотришь на это? Я? Да. Я бы ничего не желал, кроме этого. Ты думаешь, это возможно? Думаю, что возможно. А чего ж не возможно? Господа, встречай. Вот что. Если ты захочешь увидеть, приезжай на каток. На каток. От 4 до 5. И Китти там катается, а ты... От 4 до 5. Ты ее обязательно увидишь. Я за тобой заеду. Вронский, ваше сиятельство. Здравствуйте. Вы за кем? Я за матушкой. Она нынче должна быть из Петербурга. Ага. А я только сейчас видел Левина. Он приехал из деревни. Ты верно знаешь его? Да, мы знакомы. Это честная и правдивая натура, золотое сердце. Он приехал, чтобы сделать предложение моей свояченице. Китти? Да. Я думаю, что она может рассчитывать на лучшую партию. Да, да, конечно, конечно. Но он так давно влюблен в нее, и мне жаль его, жаль. Да, это тяжелое положение. А ты кого встречаешь? Я? Я? За хорошенькую женщину. Вот как? Сестру Анну. Ах, это Каренину. Ты знаешь ее? Кажется, да или нет. Право, не помню. А мужа ее, Алексея Александровича? Каренина, зять моего. Господи, да его весь мир знает. Только по виду. Я слыхал, что он умный, влиятельнейший человек. Это очень замечательный человек. Правда, немножко консерватор, но славный, очень славный человек. Там ее повлюи. Получил телеграмму. Здоров, слава богу.
Как доехали, маман? Все хорошо. Это Каренина. Неспакали, это Режанти. Ее муж со мною посадил, я очень рада была. Ну, а ты, говорят, часто бываешь у Щербацких. Это что же, идеальная любовь, а? Я не понимаю, о чем вы спрашиваете, маман. Vous filez le parfait amour? Tant mieux, mon cher. Tant mieux. Что ж, нашли брата. У Анны Аркадьевны сынок, и она с ними никогда не разлучалась, и теперь все мучается, что оставила его. Здравствуйте. Простите. Извините меня. Я не узнал вас. А я все равно узнала бы вас, потому что мы с вашей матушкой, кажется, всю дорогу говорили только о вас. Вероятно, это было очень скучно. Напротив. Я не видела, как прошел вчерашний. Сторож не слыхал. Так. Поезд подавали назад. Так. Его раздавило на два куска. Какой ужас, если бы ты видела, Анна. Что? И жена его тут. Ужасно. Ой. Видеть ее. Она бросилась. Ой. На его тело. Говорят, он один кормил целое семейство. Ужасно. Ой. Ужасно. Не взяли что-нибудь сделать для нее? Тут все видно, мам. Алексис! Этуа! Алексис! Ой, господи, господи, горе-то какое! Потрудитесь обозначить, кому вы назначаете эти 200 рублей. Вдове. Не понимаю, о чем вы спрашиваете. Ну, что тут любопытно мы нашли? Проходи, говорят. Дурное предзнаменование. Какие пустяки. Главное, что ты приехала. Ты даже представить себе не можешь, как я надеюсь на тебя. Ты давно знаешь Вронского? Вронского? Славный малый, богат, с блестящей карьерой. Ты знаешь, мы надеемся, что он женится на Кити Щербацкой. Ну, теперь давай говорить о тебе. Ты пойми меня, Анна, я не могу его бросить. Дети, я связана. Ты не можешь понять? Я понимаю, Доля, понимаю. Ты думаешь, он понимает весь ужас моего положения? Нисколько. Он доволен, он счастлив. Он жалок, жалок, он убит раскаянием. Он способен на раскаяние. Она ведь молода. Ведь она красива. Они, наверное, говорили обо мне. Хуже того, умалчивали. Ты понимаешь? Ужасно то, что душа моя как будто перевернулась. Вместо любви, вместо нежности к нему у меня... Злоба, одна только злоба, я убила бы его! Доля! Анна, что делать? Подумай, помоги мне, я все передумала, я ничего не вижу. Ты простила бы? Не знаю, не могу судить. Нет, могу, Доля, я простила бы. Я не была бы той же, но я простила бы и так простила бы, как будто бы этого не было, совсем не было. Милая моя, я так рада, что ты приехала. Я так рада. Конечно, если уж прощать, то совсем как будто ничего не было. Совсем. Стива, иди, и помогай тебе Бог. Тс. Константин Дмитриевич, вы откуда вы здесь? Здравствуйте. Благодарствуйте. Я недавно, недавно приехал.
И искал вас. Думал ехать к вам. А я не знал, что вы так хорошо катаетесь на коньках. Вашу похвалу надо ценить. Здесь сохранилось предание, что вы лучший конёк. О, я со страстью катался. Вы, кажется, все делаете со страстью. Мне бы очень хотелось посмотреть, как вы катаетесь. Пойдемте. Пойдемте. С вами бы я скорее выучилась. Я почему-то уверена в вас. И я уверен в себе, когда вы опираетесь на меня. Неужели вам не скучно зимой в деревне? Нет. Я очень занят. Вы надолго здесь? Не знаю. Как вы не знаете? Не знаю. Это от вас зависит. От меня? От вас. Я за этим приехал, чтобы услышать от вас. Я искал вас. Нет, нет, этого не может быть. Это не могло быть иначе. Нет, нет, извините. Какая у тебя чудесная сестра! А что это такое? Это платье для бала, я привезла его вам показать. Для бала? Так когда же этот бал? На будущей неделе. И прекрасный бал, один из тех балов, на которых всегда весело. А бывают такие? Ну, конечно. А вы там будете? Вы ждете много от этого бала, и вам хочется, чтобы все там были, все принимали участие, верно? Верно. Мне очень хочется, чтобы вы там были. А я воображаю вас на бале в Лиловом. В Лиловом? А чего непременно в Лиловом? О, как хорошо ваше время. Я помню и знаю этот голубой туман, который покрывает все. Когда вот-вот кончится детство, и из этого огромного круга, счастливого и веселого, путь делается все уже и уже, и радостно и жутко входить в эту анфиладу, хотя она кажется и светлой, и прекрасной. Я знаю кое-что. Поздравляю вас, он мне очень нравится. Я встретила Вронского на железной дороге. Он был там? Мы ехали с матерью Вронского, и всю дорогу хвастали. Я своим сыном, а она своим. А у вас есть карточка вашего сына? Да. Она у меня в альбоме. Сейчас принесу. Чудная, просто чудная. Бантик прелесть. Насчет всего остального еще могут быть сомнения, но бантик просто... Кто же это может быть? Кто же это? За мной еще рано. А кому-нибудь уже поздно. Vous êtes charmant. Спасибо. Добрый вечер. Vous permettez? Oui, avec plaisir.
прекрасный бал. Да-да, прекрасный. Что, Левин тоже здесь? Константин Дмитриевич, не знаю. Я слышал о нем много хорошего. Мерси, мадемуазель. Анна Аркадьевна решительно завтра едет в Петербург. Думаю, это хорошо. Анна Аркадьевна ди, qu'elle a dansé ce soir plus que tout le verre à Pétersbourg. Vous pensez bientôt partir pour la campagne? C'est que le temps se fait déjà beau, n'est-ce pas? Et il serait probablement temps pour tout le monde de penser à prendre les quartiers d'été. Vous permettez, mademoiselle? Non, merci. Pardon. L'honneur, mademoiselle? Niet. Voulez-vous m'accorder cette valse? Niet. Балагое, Балагое. Выходить изволите? Да, подышать хочется. Excusez-moi, madame. Вы? Могу ли я служить чем-нибудь? Я не знала, что вы едете. Зачем вы едете? Зачем я еду? Я еду для того, чтобы быть там, где вы. Я не могу иначе.
вам неприятно то, что я сказал, но... Забудьте то, что вы мне сказали, так же, как и я забуду. Ни одного слова вашего, ни одного движения я не забуду никогда. Нет, нет. Довольно, довольно. Как видишь, нежный муж, нежный, как на другой год женитьбы, сгорал желанием увидеть свою жену. Что, Сереж здоров? И это вся награда за мою пылкость? Здоров, здоров. Бон матен, как вы провели ночь? Благодарю вас, очень хорошо. Знакомьтесь, граф Ронский. А, мы знакомы, кажется. Туда ехала с матерью, а назад с сыном. Вы, верно, из отпуска? Могу ли я иметь честь быть у вас? Очень рад. По понедельникам мы принимаем. Ну, что говорят в Москве про новое положение, которое я провел в Совете? Комсумир, ты на Дайншу. 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 Сережа. Мамочка. Сережа, мальчик мой милый. Сережа, котик мой. Я должен огорчить тебя, что он не скучал о тебе, не так, как твой муж. И как хорошо, что у меня было именно полчаса времени, чтобы встретить тебя. И что я мог показать тебе мою нежность. Я еду в комитет. Дали, почему вас не было на обеде? Je t'ai occupé. Я получила письмо из Москвы. Мне пишут, что Кити Щербацкая очень больна. Неужели? Вы дурно поступили. Дурно, очень дурно. Я должна вам это сказать. Я знаю, что поступил дурно, но кто причиной, что я поступил так? Зачем вы говорите мне это? Вы знаете, зачем? Я запрещаю вам говорить так. Что вы хотите от меня? Я хочу, чтобы вы поехали в Москву и просили прощения у Кити. Вы не хотите этого. Необыкновенно хороша, как актриса. Вы видели, как она упала? Видно, она изучала Каульбаха.
Проводите меня в ложу, княгиня мягкой. А вы, месье. Я думаю, для того, чтобы знать, что такое любовь, нужно ошибиться и потом поправиться. Даже после брака? Вот именно. Ошибиться и потом поправиться. Il ne jamais trop tard pour bien faire. Каренин очень переменилась со своей московской поездки. Le changement tient à ce qu'elle a amené à sa suite l'ombre d'Алексей Вронский. Да, но женщины с тени обычно дурно кончают. В молодости я была влюблена в дичка. Не знаю, помогло ли мне это. Но Анну я вам не отдам. Каренина я не люблю. По-моему, он просто глуп. Говорю вам это шепотом. А мой муж говорит, что таких государственных людей в Европе очень мало. Если вы меня любите, как говорить, то сделайте так, чтобы я была спокойна. Я давно хотела это вам сказать. Нынче я наружно приехала, зная, что вас встречу. Вы для меня вся жизнь. Но спокойствия я не знаю и не могу вам дать всего себя, свою любовь, да. Никогда не говорите мне этих слов. И будем добрыми друзьями. Друзьями мы не будем, вы это знаете. Я не могу думать о вас, о себе отдельно. Вы и я для меня одно. И я вижу впереди возможность отчаяния, несчастья. Или же возможность счастья. Какого счастья? Разве это невозможно? Нет. Нет. Я ничего не требую. Но вы знаете, что не дружба мне нужна. Мне возможно одно счастье в жизни. Это слово, которое вы так боитесь. Да, любовь. 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 Я оттого не люблю этого слова, что оно для меня слишком много значит. Я прошу одного. Я прошу права надеяться, мучиться, как теперь. Но если этого нельзя, велите мне исчезнуть, и я исчезну. Исчезнуть? Я не хочу никуда прогонять вас. Тогда не изменяйте ничего. Оставьте все как есть. Алексей Александрович, так поздно. Я прямо из совета решил все же заехать до Анны. Вы удивительный муж. Vous êtes Marie Parfait. Что нового в сферах? Мои новости. Это такая скучная материя. Ваше превосходительство, ужин на столе.
не в постели? А? Вот чудо. Я должен поговорить с тобой. Со мной? А о чем это? Ну, давай переговорим. А может быть, лучше спать, а? Анна, я должен предостеречь тебя. Предостеречь? В чем? В том, что по неосмотрительности и легкомыслию ты можешь подать в свете повод говорить о тебе. Ах, пожалуйста, не трещи. Я так не люблю. Твой слишком оживленный разговор сегодня с графом Вронским обратил на себя внимание. Вот ты всегда так. То тебе неприятно, что я скучна, то тебе не нравится, что я весела. Мне не скучно было, это тебя огорчает. Я вот что намерен сказать и прошу выслушать меня. Да, я слушаю. И даже с интересом слушаю, потому что желала бы понять, в чем дело. Я признаю, как ты знаешь, ревность чувством оскорбительным и унизительным. Но есть известные законы приличия, которые нельзя приступать безнаказанно. Судя по впечатлению, какое было произведено на общество, все заметили, что ты вела и держала себя не совсем так. Решительно ничего не понимаю. Ты нездоров, Алексей Александрович. Анна, я обязан пред тобою, пред собой, пред Богом указать тебе твои обязанности. Жизнь наша связана и связана не людьми, а Богом. Связь эту может разорвать только преступление. И преступление этого рода влечет за собою тяжелую кару. Ничего не понимаю. Ничего не понимаю. Ах, боже мой. Тебе как на беду ужасно хочется спать. Видишь ли, я не признаю жизни без любви. Ну, что делать? Я так сотворен. Женщина, брат, это винт, на котором все вертится. Вот как? Да. Ну, что делать? Скажи, что делать? Жена стареется, а ты полн жизни. А вдруг подвернется любовь, и ты пропал. Пропал. Да. Право, нехорошо, что она была гувернанткой у нас в доме. Есть что-то в этом... Да, но зато какая гувернантка? Женщина, брат, сколько ты ее не изучай, все будет совершенно новое. Так уж лучше не изучать. Ну нет, какой-то математик сказал, что наслаждение не в открытии истины, но в искании ее. Вот ты тоже что-то ищешь? Да-да. И даже собираешься произвести переворот в политической экономии? Переворот? Каково? Уже кукушка. Тише, тише. Слышишь? Летят. Летят, летят. Неужели промах? Ласка, ласка. А, ласка. Вот и отлично. Пошла. Общий. Есть, есть.
Паска. Ах, счастливый ты человек, Костя. Все, что ты любишь, у тебя есть. Собаки есть, хозяйство есть, охота есть. Книгу пишешь. Нет, право, я тебе завидую, да? Тише, слышь? Нет. Постоим еще? Как хочешь. Что ж, Стива, что ты мне ничего не скажешь, что Кити Щербатская вышла замуж или когда выходит? И не думала, и не думает выходить. Ты сам испугался соперника и уехал. Доктора отправили ее в деревню где-то здесь поблизости. Она была очень больна. О! Вольно. Уже позавтракал? Угу. А как твой вес? Как положено, 4,5. Отлично, я слышал, государь непременно будет. И то, какие скачки без государя? Послушай, Алеша. Ты, говорят, на меня много поставила. Смотри, не проиграй. Ну, тебе опасен один Махотин. Да, говорят, твой гладиатор захромал. Вздор, не верь. Петергов. Стой, стой. Алеша, чуть не забыл, тут твой брат был, оставил тебе письма от матери. Желаю удачи. Петергов. Мама! Мужа! Мам! Ком семья, Сережа? Ком шны? Да сест ширеклих, Сережа. Да сест нихт гуд. Вы не здоровы? Какая холодная рука. Нет, нет. Я здоров. Я не ждала тебя. Простите, что я приехал, но я не мог провести дня, не видя вас, тебя. Сегодня скачки. Княгиня Бетси обещала заехать за мной. Ну как Фру-Фру? Фру-Фру? Она прелестна. Корт говорит, что она из тех животных, которые не могут разговаривать только потому, что их механический ус. Я вижу, что-то случилось. Вы нездоровы или... О чем вы думаете? Все в одном. Пожалуйста, скажите. Сказать? Да-да, ради бога. Сказать? Да-да. Я беременна. Да. Да-да, теперь наша судьба решена. Il faut en finir avec ce mensonge. А финир? Как же кончить, Алексей? Оставить мужа и соединить нашу судьбу? Она соединена и так. Мы тут афе, тут афе. Он не отдаст Сережу. Это не человек, а машина. И злая машина, когда рассердится. Я предупреждал вас о последствиях в религиозном, гражданском и семейном отношении. Анна. Я прошу тебя. Я умоляю тебя. Никогда не говори со мной об этом. Анна. Нет, нет, обещай мне, я как голодный, которому дали поесть. Только когда ты говоришь со мной, это меня мучает. Я обещаю, но я не могу простить себе, что ты несчастлива. Я несчастлива. Вот мое счастье. Капитан Усольцев упал на голову, разбился насмерть. В первом заезде 7 человек разбилось. Говорят, государь очень недоволен. Я не опоздал? Что, Фру-Фру? Everything's ready, my lord. Все исправно. О, милая. That's gladiator over there. Лошадь господина Махтони. Не могу выговорить. Махотина, это мой главный соперник. Yes. Спокойно, Фру-Фру, спокойно. Not so loud, my lord. Алеш. Тебя нигде не найдешь.
Ты получил письмо от матери? Получил. И право не понимаю, о чем ты заботишься. В понедельник тебя опять видели в Петергофе. Позволь мне как брату. Есть вещи, которые подлежат обсуждению только тех, кто в них прямо заинтересован. Тогда не служат. Уходят из полка. Я прошу тебя не вмешиваться. Но. Какая ни есть и не будет наша судьба. Мы ее сделали, и мы на нее не жалуемся. Не расстраивайся перед гнездой. Бон шанс. Если можно, ведите скачка, милорд. But don't give up hope, even if you are behind. О, княгиня Тверская, краса Петергофа. Пардон, а ну. Княгиня, какая приятная встреча. Здравствуй, сестричка. Здравствуй. Когда же мы увидимся? Вы не стоите этого. Кто это с вами? Ласева, ля кадет. Брат, она выходит за Топова? Да. И представьте, княгиня, это брак по страсти. Кто нынче говорит про страсти? Антидивиальные мысли. Ну что же делать? Эта глупая мода не выводится. Тем хуже для тех, кто придерживается этой моды. Вы не находите, что в нем есть что-то от Луи Кэнс? Да, он в одном вкусе с вашей гостиной. А-а-а. Оттого, наверное, он там часто бывает. Вы за кого держите? Мы с Анной за князя Кузовлева. А я за Вронского. Пара перчаток. Пара перчаток. Говорят, вам устроили овацию по поводу положения, которое вам удалось провести в Совете. Je suis content. Да, я очень рад, что у нас наконец устанавливается твердый и разумный взгляд на это дело. Здравствуйте, ваше высокопревосходительство. Здравия желаю. Как здоровье нынешний год? Да, нынче доктор был у меня и отнял у меня час времени. Я чувствую, что кто-нибудь из друзей моих прислал его мне. Так драгоценно мое здоровье. Это он сделал для России. Здравствуйте, Алексей Александрович. А вы сегодня не скачете? Моя скачка труднее. Алексей Александрович, вы верно ищете свою жену. Она здесь. Здравия. Кругом столько блеска, что глаза разбежались. Англия может указать в военной истории на самые блестящие кавалерийские дела, только благодаря тому, что исторически развивала у себя эту силу и животных, и людей. Спорт, по моему мнению, имеет большое значение, и, как всегда, мы замечаем именно самое поверхностное. Не всегда только поверхностное. Говорят, один офицер сломал два ребра. Положим, княгиня, что не поверхностное, но внутреннее, но не в том дело. Не забывайте, что скачут военные, которые избрали эту деятельность. И согласитесь, что всякое призвание имеет свою оборотную сторону медали. Но вместе с тем, мужественные игры, которые мы наблюдаем, прямо входят в обязанности военных. Безобразный спорт кулачного боя или испанских тореадоров есть признак варварства. Но специализированный спорт есть признак развития. Алексей Александрович. Здравствуйте. Здравствуйте. Есть две стороны, исполнителей и зрителей. И любовь к этим зрелищам есть верный признак низкого развития для зрителей. Я согласен с теми, которые считают, что... Вот, Алёша, браво! Нет, в другой раз я не поеду. Это слишком волнует. Не правда ли, Анна?
Как это произошло? Милот сел на седло во время прыжок. Бластит! Он сломал спина, фру-фру. Nous allons partir, voulez-vous? Стива! Стива! Степан Аркадьевич, что там с ним случилось? Вронский не пострадал, лошадь сломала себе спину. Я еще раз предлагаю вам свою руку, если вы хотите идти. Нет, нет. Оставьте меня. Я останусь. Я в третий раз предлагаю вам свою руку. Нет, я увезла Анну, и я обещаюсь ее отвезти. Извините меня, княгиня, но я вижу, что Анна не совсем здорова. И я желаю, чтобы она ехала со мной. Подумайте. Он уморит ее. C'est impossible, невозможно. Она тает и тает. Весь город говорит об этом. Как, однако, мы все склонны к этим жестоким зрелищам. Я замечаю... Что? Я не понимаю. Я должен вам сказать... Je dois vous dire que votre conduite a été indécente aujourd'hui. Неприлично. Чем неприлично я вела себя? Что? Что вы нашли неприлично? То отчаяние, которое вы не сумели скрыть при падении одного из ездоков. Может быть, я ошибаюсь? En ce cas, veuillez m'excuser. Нет, вы не ошиблись. Вы не ошиблись. Я была и не могу не быть в отчаянии. Я слушаю вас и думаю о нем. Я люблю его. Я его любовница. Я не могу переносить. Я боюсь. Я ненавижу вас. Делайте со мной, что хотите.
faut le battre, le fer, le broyer, le casser, le platir. Diable me prend, il faut le battre, le broyer, le platir, le casser. Что тебе? Человек от Каренина. Просили немедленно передать. Встретил его, и он так поклонился тебе. Но как же это, ведь он должен быть в совете. Он было вернулся и опять уехал куда-то. Мене варло падесле. Деседе мамо уже на леком рампа, если бы он разорвал с тобой, если бы он вызвал меня на дуэль. Но ведь так не может продолжаться. Ты не сердишься, что я вызвала тебя. Мне необходимо было переговорить с тобой. Я хотела сказать тебе, что я объявила Алексею Александровичу все, что не могу быть его женой. И все сказал. Да, это лучше. Тысячу раз лучше. Я одного желал, одного просил разорвать это положение. Я представляю, как тяжело тебе это было. Не, мне нисколько не было тяжело. Это сделалось само собой. А сегодня я получила от него письмо. Он пишет, что он не вправе разорвать тех уз, с которыми мы связаны свыше. И наша жизнь должна идти так, как она шла прежде. Прости меня, но я радуюсь этому. Ради бога, дай мне договорить. Я радуюсь, потому что это не может. Никак не может оставаться так, как он предлагает. А Сережа, он знает, что я не брошу сына. Что без сына для меня невозможна жизнь. Даже с тем, кого я люблю. Я надеюсь, что теперь ты оставишь его. Я надеюсь, что ты позволишь мне устроить и обдумать нашу жизнь. Что же лучше, Анна? Оставить сына или продолжать это унизительное положение? Для кого унизительное? Для всех. И прежде всего для тебя. Ты говоришь унизительное? Нет. Ты пойми, для меня одно и одно. Это твоя любовь. Если она моя, то я чувствую себя так высоко, так твердо, что ничто не может быть для меня унизительным. Потому что я горда своим положением. Я горда тем. Горда. Анна, разве невозможен развод? Разве нельзя взять сына и все-таки оставить его? Нет, нет. Не будем больше говорить об этом. Скоро-скоро все развяжется. Анна. Не перебивай меня. Я умру. Я очень рада, что умру. И вас избавлю, все избавятся. Что за вздор? Что за бессмысленный вздор ты говоришь? Нет, неправда. Я видела сон. Я бежала в спальню, а в углу стоит что-то. Вдруг это что-то обернулся, и я вижу, это мужик. Маленький, страшный, с взъерошенной бородой. Хотела бежать, а он нагнулся над мешком и руками копошится там. Он копошится и приговаривает по-французски так быстро-быстро. Il faut battre le fer, le broyer, le platir. Я хочу проснуться. И не могу. А он мне говорит, родами. Родами умрете, матушка. Родами. Какой вздор. Как можно этому верить? Что Анна Аркадьевна у себя? Анна Аркадьевна занимается Сергеем Алексеевичем. Thank you.
Сережа, выйди отсюда. Подожди. Доброе утро, папа. Выйди отсюда. Что вам угодно, Алексей Александрович? Что вам нужно? Письма вашего любовника. Их здесь нет. Господи, зачем же? Что же? Сядьте. Мне нужно поговорить с вами. Я сказал вам, что я не позволю принимать у себя вашего любовника. Мне нужно было его видеть для того, чтобы... Не вхожу в подробности о том, для чего женщине нужно видеть любовника. Этой новой черты жестокости я не знала. Вы называете жестокостью, когда муж требует соблюдения приличий? Это жестокость. Это не жестокость, это хуже жестокости, это подлость. Нет! Если хотите знать. Подлость бросить мужа и сына ради любовника. И есть хлеб мужа. Я приму меры, чтобы положение это кончилось. Вы не можете представить себе моего положения хуже того, как я его понимаю. Скоро-скоро оно кончится и так. Оно кончится скорее, чем вы придумали, своим любовником. Вам нужно только удовлетворение животной страсти. Но страдания человека, который был вашим мужем, вам не интересны. Вам все равно, что вся его жизнь разрушена, что он перестрадал. Я ничего не могу изменить. Ничего. Я пришел вам сказать... Я пришел сказать вам, что завтра я уезжаю в Москву. И не вернусь больше в этот дом. Вы будете извещены о моем решении через адвоката, которому я поручу дело о разводе. Сын же мой переедет к сестре. Вам нужен Сережа, чтобы сделать мне больно? Вы не любите его. Оставьте Сережу. Оставьте его. Да. Я потерял даже любовь к сыну, потому что с ним связано мое отвращение к вам. Но я все-таки возьму его. Прощайте. Алексей Александрович, прошу вас, оставьте Сережу. Оставьте его до моих. Я скоро рожу. Оставьте его. Алексей Александрович, как я рад тебя видеть. Давно в Москве. Как не грех прислать, сказать. Мне некогда было, я очень занят. Никаких отговорок. Завтра ко мне обедать. Угощу московской интеллигенцией. И Левин приехал из деревни ко мне. Константин Дмитриевич, я тебя познакомлю. Ну, а как моя милая Анна? А? Анна Аркадьевна, здорова. Очень рад. Приезжай, пожалуйста. Ты себе представить не можешь, как я буду огорчен. И жена тоже. Стива! Стива! Папа! Подождите, подождите. Мне нужно пальто Грише купить. И Тане. Ну, дай же мне денег. Денег? Да, да, конечно. Ну, ничего, скажи, я потом отдам. Куда же ты? Я к Елисееву. Говорят, там свежих устриц привезли.
прежде чем начать говорить о моем деле, я должен заметить, что дело, о котором я имею говорить, должно быть тайной. Я бы не был бы адвокатом, если бы не мог сохранять тайны, вверенные мне. Но если вам угодно подтверждение... Вы знаете мою фамилию. Знаю вас и вашу полезную деятельность, как и всякой русской. Вас знает вся Россия. Я имею несчастье быть обманутым мужем. И желаю законно разорвать сношение с женой, то есть развестись. Притом так, чтобы сын не оставался с матерью. Вы желаете моего содействия в совершении развода? Да, я желал бы узнать вообще те формы, в которых на практике совершаются подобного рода дела. Ну что ж, развод по нашим законам, как вы знаете, возможен в следующих случаях. Я занят, подождать. В следующих случаях. Физические недостатки супругов, затем прелюбодеяние. Подразделения следующие. Прелюбодеяние мужа или жены, физические недостатки мужа или физические недостатки жены. Физических недостатков нет, как я могу понимать. Прелюбодеяние одного из супругов и увлечение преступной стороны по взаимному соглашению или в случае отсутствия такого соглашения, увлечение невольное. Самое простое и обычное, разумное, я считаю, это прелюбодеяние по взаимному соглашению. Я полагаю, что тут может иметь место увлечение невольное, подтвержденное письмами, которые я имею. Извольте видеть, дела такого рода решаются, как вам известно, духовным ведомством. Отцы же протопопы в делах такого рода большие охотники до мельчайших подробностей. Они могут потребовать прямых улик, то есть свидетелей, которые подтвердили бы факт прелюбодеяния. Все же, если вы удостоите меня своим доверием, то предоставьте мне же выбор тех мер, которые должны быть употреблены. Кто желает результата, тот допускает и средства. Если так, я сообщу вам свое решение письменно.